сегодня покажу действия, когда уже прихвачивают за руку. Тоже довольно частый момент. Шел по улице, подошел какой-то дядя Петя алкоголик или серьезный пацан, гопник, да, и начинает какой-то разговор. Там есть сигареты, говорю, не курю. Мелочь есть там на сигарету, говорю, тоже нету. И начинается там козя-базя. Я говорю, все, мне это не интересно, разворачиваюсь и начинаю уходить. И он захватывает за руку. Если уже он сделал захват за мою руку, то есть не отпускает меня, я как бы обстановку и не накаляю. Да, я сказал, все, пока мне это не интересно, да, я ничего не дам, у меня ничего нету. Я разворачиваюсь и начинаю уходить. Если он адекватный, он ничего не будет делать, да, может там вдогонку сказать, там, ах ты такой сякой там, нехороший человек. Если он уже схватил за руку, это прямая угроза, это уже провокация, скажем так. Отсюда первое действие сразу. Я разворачиваюсь, смотрю, как он стоит ко мне. Чаще всего хватают за руку, начинают подходить, да, сокращать дистанцию. Отсюда я сразу этой же рукой снизу четко, очень неожиданно даю в подбородок. В принципе, если хорошо дать, он может или откусить кусок языка себе, или раскрошить передние зубы. То есть сразу конфликт моментально закончится. Но для перестраховочки, понятно, что одним ударом, как я говорю, в видеокурсе стрит-тай, да, никогда не останавливайся на одном ударе. Поэтому пробиваю для перестраховочки эту же руку, перехвачиваю своей рукой сразу. Это движение идет классическое, да. То есть уже беру на изломе его руку. Немножко подтягиваю второй рукой. Перехватил, второй наложил на затылок и отсюда добавлю колено в голову. Все этого будет достаточно. Если серьезная ситуация в голову, если очень могу в пах добавить или в солнышко, и дальше уже просто его брошу лежать, а себе спокойно пойду. То есть еще раз, ситуация, подошел, что ты, моты, где ты, кто ты. Я говорю, все, мне это не интересно, у меня нет времени. Начинаю ходить, пошла ситуация, раз, ручку перехватил, два, отсюда нога, колено, пах. И дальше его бросаю для того, чтобы дать ему отдохнуть, да, ну, чтобы не упал, там, башкой не ударился и так нормально навкидал уже. Поэтому вот такой развязка такая должна быть очень быстро. И, да, ты должен понимать, что ты делаешь. Потому что если есть прихват, реально уже все, он схватил, то есть уже он просто так не отпустит. Уже разговором дело не закончится. Или ты все отдашь, или тебе дадут. Да, поэтому надо действовать сразу. Особенно если их там двое, трое, надо с первым решать все сразу, и потом можно делать ноги. Если после первого удара может быть момент, да, я ударил, он руку сразу отпускает, поплыл, расслабился. Отсюда можно просто оттолкнуть и дальше спокойно уйти. То есть не добавлять, не разгонять это все, не разбивать его в хлам. Но вот этот момент ты должен понимать, то есть довольно частый, как из него выйти. Подписывайся на канал, бесплатные видеокурсы по самообороне на улице, стрит-тай. Под этим видео в описании можешь получить его абсолютно бесплатно. Удачи в тренировках, до встречи в новых видеоуроках.